всем огромный привет! Привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Я такая в одеяле, как вы думаете, далеко ли я собралась? Конечно, далеко. Конечно, я собралась на веранду, на улицу. Муж там сегодня, значит, опять выпиливает. Выпиливает, значит, кровать для... Так, а ну-ка не деритесь. Для кошки. Кровать для кошки. Ой, холодно. Кипит рабочий процесс. Тут все пока разбросано, не обращайте внимания. Так, кто не видел раньше в моих предыдущих видео, это кошачья веранда, в общем. Клетка для выгула. Они у нас не приучены к улице, ну и тут как бы рядом дорога, поэтому какие тут могут быть прогулки. Как говорится, до первой встречной машины и все, дальше в лепешку. Поэтому вот сюда, вот в солнечную погоду, они выходят загорать. Сегодня муж делает кроватку для Ариночки. А теперь показываю и рассказываю. У нас есть спальные места для кошек. Вот одно находится в гостиной. Вот такая вот, значит, кроватка-ракушка. Вот, она не грязненькая, не подумайте, это просто такой бархат, и вот, типа, как бархатное покрытие, видите, оно в разные стороны зачесывается, поэтому такая вот текстурка. Что ты катаешься? И лежаночка. Лежанку они вообще не используют для сна, только играются, таскают ее по дому, мутузятся с ней, да, маленький? Это спальное место номер один в гостиной. Здесь отдыхает наш кот, вот этот вот мальчик Луна. Вот это спальное место номер два. Здесь тоже отдыхает наш мальчик Луна. Вот в этом домике в виде зефира розового, да? Вот. Что касается Аринки, Аринка постоянно тусуется у нас на кровати. Она до года тоже спала в таких домиках, и тоже ее все устраивало. А сейчас вот она не любит вот этих замкнутых пространств, вот эту крышу. То есть она может зайти посидеть и все, выйдет. Она не спит там, не хочет спать. И мы увидели в интернете кроватку и решили сделать, в общем, кроватку. Друг привез вот эти кусочки дерева мужу. И он сейчас сколотит какую-нибудь кроватку, ну, а я пошью какое-нибудь постельное белье для Ариночки. Вот. Конечно, то, что она тусуется постоянно в нашей кровати, куда вы полезли? Это немножко проблематично, потому что постоянно шерсть. Сейчас я это разрешаю, я привыкла с ней вместе спать. Но дальше мы в ожидании все-таки малыша. И будет нехорошо, если она будет дальше прыгать по кроватям и везде шерстить. Я, конечно, познакомлю ее с малышом и разрешу ребенку общаться с кошками, но для этого ребенку сначала надо подрасти. Вот, поэтому мы хотим ее сейчас приучить к своей кроватке. Итак, это снова я. У нас уже вечер. Мы спешим в гости. Сейчас купим подарок. Всем привет! Неасия! Холодно! Холодно! Так, мы самые поздние будем, наверное. Самые поздние гости. Ну ничего, зато долго сидеть не будем. Нам еще ехать далеко. Так, все, мы пришли к магазину. Сейчас пойдем выбирать. Все, подарочек купили, стоим у дороги, ждем такси, потому что если мы поедем на автобусе, нас не дождутся сегодня на этом празднике. Гости разойдутся раньше, чем мы приедем. Но нам не повезло, мы живем в соседнем городе, достаточно далеко, в общем-то, от родственников. Ну как, относительно, относительно. Так, в принципе, можно минут за 60 уложиться. Но если еще с ожиданием, то минут 80, наверное.
Это если на автобусе. Пока билет купишь, пока дождешься своего автобуса. Красивый закат сегодня розовый такой. Ну все, мы уже дома, наелись, напились, настроение отличное, самочувствие прекрасное, несмотря на долгую дорогу. Вот, единственное, что меня сегодня немного так, ну не то чтобы расстроило, но раздосадовало, это то, что не успели прийти мои штаны беременные, которые мы заказали. И я сегодня как лошара была в лосинах, потому что я уже не могу в других ходить в штанах, мне кнопочка как бы давит на пупок, и Люсе это не нравится. Вот. И да, как лошара вот в лосинах, это что-то с чем-то. Такая, знаете, типа это по-тихому прокралась, такая села, чтобы особо никто не обращал внимания на то, что это такие лосины. Они, правда, такие клёш к низу, расклешённые, типа могут как бы на брючки быть похожи, да? Смотрите, как Люсёк подрос. Ой, как подрос Люсёк. Ну, или не очень, смотри, как посмотреть, сойдет, короче. Единственное, что у меня задница как-то ушла, понимаете? Задница, где-то задница, стала какая-то плоская. Вот. Ну, ничего, никто особо не присматривался, все за мной ухаживали. Кормили, угощали. В целом все хорошо. Что касается этих беременных штанов, не так просто найти. То есть все-таки беременные размеры, они как бы большие, а я до сих пор небольшого размера. То есть как бы росла, да не выросла. То есть до беременности я носила XS-очку, S-очку, да, штанишки. А беременные штанишки в основном начинаются с размера M. То есть и мы на какой-то, ну, в общем, не пойми на каком сайте вообще, нашли S-очку и заказали S-очку. То есть такие, типа, ну, как штанишки, брючки со вставочкой для беременного живота. Надеюсь, размер подойдет. Надеюсь, не будет это парашютом все на жопе висеть. Не будет это висеть на ногах. Потому что нет смысла отдавать, там, да, самые дешевые стоят около 1500 рублей. Нет смысла отдавать 1500 рублей за какой-то картофельный мешок, да. Тем более мне, вот если честно, да, если никуда не ходить, я и в лосинах перекантуюсь. Нормально я отхожу зиму в лосинах, в этих, до магазина, по району, там, до парка, насрать. А весной там уже у меня есть платье, которое вполне себе под живот подойдут. Он у меня, кстати, небольшой живот на моем-то сроке. И, наверное, большим не будет. Вот, поэтому я поперекантовалась, но мы слишком часто куда-то вот ходим, выходим, гости нас приглашают и так далее. То есть все-таки хочется, там в кафешке, в ресторанчике ходим с друзьями. Муж никогда никому не отказывает, он такой очень общительный. И, конечно, хочется нормально выглядеть, а не вот так вот в лосинах. Ну, хотя бы одни приличные вот эти вот брючки сейчас придут, надеюсь, подойдут по размеру. И в них хоть в люди-то нормально выйти, а не вот так вот, как это, чушкан какой-то. Ну, вот так, да, нашли эсочку, не знаю, что это там за эсочка, какие-то из Китая, благо рядом Китай. В Китае там все такое маломерное, как раз на меня. Ну, кое-какие вещи, которые я заказываю из Китая, как раз, они как раз на меня, я буду надеяться, что эти штаны тоже на меня, что сяду прилично, я в них дохожу свою беременность. Так, осталось доделать кровать для Ариночки. Итак, мы собрались, чтобы заняться оформлением кровати. Вот, Луна, помощник номер один. Что такое? Я не... Да что такое? И вот Арина. Собрали все, что есть. Сейчас из этого мы что-нибудь соорудим, да? Из вот этого пледика. Из вот этого полотенчика. Полотенчик вообще ни о чем. Это, знаете, ничего не впитывает. Вот только вот действительно взять в качестве просто не постелить. Это китайская, короче, какая-то гадость, а не полотенчика. Впитывающая способность равна нулю. Хотя симпатичный, такой белый, большой. Да? Да. Вот это такая накидка на подушку. Мы ей не пользуемся. Она вот на резиночку цепляется, такая
плюшевая. Ну и плед. Плед достаточно большой по размеру. Не помню, какой размер. Еще вот такая рюшечка есть у меня. Что есть? Ниточки, иголочка. Сейчас что-нибудь придумаем. Что ты там? Ой, Орех побежала дверь открывать. Он деловая колбаса. Этот, смотрите, помните, я говорила, какой он трус? Вот, будет сидеть, выглядывать, никуда не пойдет. Он только за спину сестры прятаться может. Да, мелкий? Ну, он младшенький. Он младшенький у нас. Что там, закрыто? Не может встретить. Закрыта дверь. Решетка, точнее, закрыта. Беги. Так, ну что ж, займемся. Пока не знаю, что я хочу. Вот этот плед, он тонковатый, и надо как-то что-то внутрь, что ли, проложить, чтобы теплее было. Не знаю. И сюда вроде какой-то на матрасник нужен, потому что вот так вот просто на деревяшке, да, жестко будет спать. Ну, не знаю. Ой, смотрите, какие у меня штаны моднявые. Это вообще... За 300 рублей себе купила штаны. И вот теплые. Теплые такие штанцы купила я себе. На уличной распродаже. С медведями. С медведями, точнее. Я прикалываюсь, это вдруг кто-нибудь начнет писать, что я неграмотная. Зайдут первый раз на канал и офигеют. Скажут, какими такими медведями. Итак, все готово. У нас сейчас будет торжественное застилание кроватки. Вот кроватка. Вот, значит, простыночка такая получилась из полотенца, которое я вам показывала. Ну, бежевое тут кружево не в тему, но не срезать же его. У меня и так это машинки нету. Я рукой все там, все края обметывала. Так, одеялка одна штука. Оринка одна штука. На матрасник. Смягчительно на матрасник. Вот такую подушечку шила длинненькую. Немножко потрепалась, потому что я постирала руками, а сушила в сушильной машинке. И вот кружево немножко потрепалось. Так, и вот такую вот еще мягкую пышную подушечку. В общем, вот такой получился комплект постельного белья из подручных средств. Давайте застилать. Так, все, мам застелил кровать. Иди ложись, Орех. Пробуй, как оно. Она пока сидит, умывается там на коврике. Готовится. Эту вот подушечку я обшивала вот тем кружевом, которое они жевали. Не успели пожевать, переживать. Осталось немножко, да? Так, ну все, чистенько, шелковистенько, уютно, мягко, в принципе. Одеялко я сделала двойное. Но шила, естественно, наизнанку, потом обметала, потом вывернула, и получилось вот такое. Думала сделать еще стежки на нем. Но оно вроде и так неплохо держится. Вот это плед, конечно, это такой дешевый экономичный вариант. Но он сильно край у него крошится, поэтому столько возни. Так, тут тоже вроде мягко. Иди ложись. Сделала с большим напуском, потому что ей надо укрываться. Вот с обеих сторон по большому куску оставила. Она любит у нас кутаться. Ну, вы видели, она во всех видео у меня закутана сидит.